Куда лезть? Вниз? Да, да. И что там? Там все. Да ладно. Да. Ух, елки. Особенно с той стороны. Ты что, там... какой тюнинг? А вот это что? Ну, то там, короче... Будет... То самоликвидатор какой-то? Не, не, воздух сжатый. А зачем? Ну, допустим, чтоб был? Качать лодку. Там а, военные мосты, слышишь? Ну, да. А, это эти баллоны, которые там сумасшедшее давление выдерживают? Ну, да, ресивер, да. Или это обычные? Не, не обычные, титанные. Вот это, блин. Посмотри, это как исполнено это. Все, все в идеале. Вояки, мостики. А мотор, что это за мотор? Родной. Родной, да? Да, а, родной, да. Ну, ты любишь, чтобы все по-взрослому было. Суппорта. Да. Сзади. Вот это мне больше нравится часть. А с титана. Знаешь, сколько ты говоришь, 1000 евро вот это да. стоит? Ну, вот друзья, смотрите, одной рукой. Почти на вытянутой руке я поднимаю. Сколько он весит? Не помнишь? 5 килограмм. 5 килограмм. Бочка. Да. Кусок трубы. Вообще ничего не весит. Просто. А, он, это еще от нее? Да, да. А на чем это стоять будет? Будет. Поднимай. Смотри. И диаметр же взрослый. Да. А это сколько стоит? Все по косарю. И вот это косарь одна, косарь да, вторая. Да. Да, вот так бывает. Здесь где я... вы, Баста? Тут стоит и работает. Могу даже включить, смотреть. Сейчас, блин, это самый серьезный электрик в мире. Масса. По совместительству тюнинг. Ты, Амиго, посмотри, как исполнена вся автоматика. Защита, как все сделано. Так что, такого нигде нету, только это, у тебя? Ну, это проводка со-8. Со-8? Ну, конечно, все автоматические моменты сделаны. То есть, включение, выключение. Посмотри, у меня все жестиком, здесь все разгружено. То есть у меня все переключения идут низкими, ну, силами тока. Такими тоненькими проводочками. А релюхи все исполняют. Блин, это только ты такое можешь и гидравлика, исполнять. Редуктора 38-го кузова. И что, он хороший, кстати, он мощный, вообще, крепкий? Вообще, ты что, пальчиком крутится. Это мне надо на УАЗ поставить. На холостом ходу легко, пальцем. Да? Вообще, а сошку не удлиняли? Нет, сошку сделал свою. Сейчас отдаю на завод. Сошку сделал свою. Ага. Пока, понял? Ну, временно, да? Да, да. Ну, мне ее вырежут. Пока жестко, да? Были тут? Блин, конечно. Андрюха делает все по-взрослому. А салон тут есть? Да, да, там почти. Почти уже, да. Красиво, все чистенько. А, тут еще тоже. Не жарко вообще. Вот сейчас можно будет на солнце жарить яйца вот там на крыше, а внутри ничего. А что там, то хороший слой? Там все как надо. Там термос, реально. Ну, короче, везде слой примерно где-то 7 мм, 7 сантиметров. Везде. 7 сантиметров? Ну, и дырях, и в боках, да. И тут? Да, да. А слышно, кстати. А сиденья какие модные, ну, слышь? Конечно, ну, а самые плоские это, сиденья. Это со смарта или что? Да, да. Смарт, да? Да, да. Блин, класс. А, и монитор вверху. Ну, конечно, навигация же нужна таким вездеходам. Ну, конечно, это попробуй, потом потеряешься и где-то. И громкая связь. Так ты в Африку на нем поедешь? Нет, это заказали. Я а, делал. Заказали. По так... фонари обрати внимание, какие везде. Не, головой не ударишься, а фонари торчащие. Да, кстати, все. Кстати, головой если потом... О, работает. Конечно. Можно жать на тот фонарик, в нем зеркальце еще есть. Да. Ха-ха-ха, это с этого, с козырька, да, где-то? Нет. Нет? Это с потолка. А, это... вот потолочный фонарь, смотри, какой прикольный. Да, красиво. Кстати, если потолок ударишься головой, тоже перелома черепа не будет, потому что везде цельная фанера, ребер никаких нету, все убрано. А тут что будет такое что-то? Ну, тут он еще не решил, что будет. В плане, короче, да? Да. Не, ну красиво. А, кстати, обрати внимание... Ну, это же вы долго делали, наверное, или нет? Ну, как, не спеша. Делали. Ну, как не спеша. Есть задача, делаем. Задача закончили. Следующую задачу человек поставил. Короче, везем бампера делать, да? Ну вот типа, если вот перевозчик не довезет, который должен довезти. Смотри, у меня колонка. Ох ты, елки, а с чего это такая? Это мы самодельную сделали. Да ну как не, ну какая-то же основа была. Вот тут, короче, кусочек X5
и кусочек B6 Passat. Серьезно? Да. Это вы с двух одно слепили? Да, ну чтобы срастить через карданы, через все, да. Вот это, кстати, прикольная тема в этой машине, чтобы двигался, потому что... Конечно, конечно, тут же кабан сядет уже по-другому. Да тут вообще там сидеть сложно в ней. А вот спереди иди посмотри. А, кстати, как двери закрываются. Ага, двери, кстати, закрылись, я... Получше, чем у тебя. Я не трогал. Получше, чем у тебя на Чироке. Да, наверное. Вот присядь сюда. И что тут? Вон там стоит две бачки. Посмотри, как бачки мы поустанавливали, чтобы с салона можно было добавить. И вебаста стоит. И вебаста вон. Сейчас я его включу. И фары ж какие взрослые. Ой, ну фары туда. Фата, ты что вообще? Ходовые еще, да? Страшно, да, ходовые сейчас. Смотри, как меняется в повороте. Да, в повороте. Да не, ну это на залупазл, если такие поставить, утащат машину, блин, сразу. Ого, как они валят. Они валят, да. Валят по-взрослому. Чтобы с салона добавлять. Да. Это для омывателя. А, чтобы с салона добавлять? Конечно. А то антифризный. Нормально, слышишь? Печка, смотри, как сделана. Опа, нормально. Печка сделана родная, ну просто модифицированная. Вебаста, Андрюха, поставил дизельный, чтобы, говорит, без геморройно, да? Конечно. Она намного проще бензиновая, конечно, меньше. Один бак полный бензина, один бак полный газа. А еще и третий бак дизеля. Третий бак дизеля, и ты его если заправляешь, то вебаста потребляет где-то 120 грамм в час. Короче, там раз заправился на, 40 литров на полгода, да, или на год. Зимой тусуешься, да, преобразователь на 220 вольт есть. Я понял, короче, такой под вариант для охоты, путешествий и всего, чего хочешь. Так, вы подумаете, Андрюха, типа, УАЗы тюнингует. Тут УАЗ, то это хобби, да, типа, ну как? Это у меня прет просто, да. Да, а тут у него прибор. УАЗы всех прут, подсказывают из зрительного зала. Тут у него дилерский прибор есть даже к такой машине. Так вот это с 5 по 10 и все, вот этот прибор. 43 у меня дилерских приборов. 43 прибора? Да, на сегодняшний день. Все марки фактически. Короче, нету Бентли и нету Роллс-Ройса. Короче, все, у кого не Бентли и не Роллс-Ройса, а остальные автомобили, можете приезжать. Их Китай читает нормально. И Китай читает? Да не, их читает Лянч, рвет в лохмотья. Так, а... Прокачанный Лянч вообще разрывает все. Ну просто программировать, кодировать нельзя. Ну, прочитать. А ошибки. С этого что можно программировать? С этого можно ключ тебе зажигания новый подвязать. Можно, при наличии, да? Пин-кода. Да. А пин-код где взять? Ну, можно взять его, если надо. Это очень серьезный человек. Слышишь, а я сижу и думаю, блин, машина поломалась, думаю, елки, к кому мне поехать, слышишь? И тут я сразу тебя вспомнил. Я этот прибор последний раз в руки брал, где-то лет 8 назад. Да ну ладно, я его не нашел сегодня. Где-то заложен был далеко? Я тебе сейчас здесь и покажу ящик, в котором он был, на нем вот такой слой пыли. Ну что там пишет? Да я пока не могу найти, где вообще эти. Вот я вижу, что тут есть проблемы какие-то. Вообще, я забыл, как им пользоваться. А, все, я вспомнил. Тут же здесь эта кнопка Enter. Да? Да, вот она. Фу, слава богу. Блин. Ну и что дальше? Он пишет, что он его не знает вообще, ни номера его не знает, ничего. Куда это? Гранд Чероки, настоящий оригинал, ты что? Да я понимаю, может... 5,7, блин. Это ж тебе не это, не 3 литра дизеля. Это он его не обнаружил, короче, камбэк, я понял. Ну и ошибок у тебя нигде нету. Нету, да? Хотя вот давай сейчас, АБС, что тут за 4? 4 ДТСа. Дата дисплей, ВИВ ДТС, чик. Сейчас все. Короче, слышь, надо к тебе хотя бы не раз в 10 лет приезжать, хотя бы раз в год 5, хотя бы. Или в 5, да. Широкий. Так. Все ошибки сохранены. Короче. Короче, новая машина. Оригинал ВИН. Ну, есть хоть она заводская или китайская подделка? Не, ну смотри, какие ошибки. Я тебе рекомендую их сфотографировать и почитать. Я не понимаю, почему АБС писали. Говорит, ВИН не определяет. Да не, ну официально это что, это машина? Может, австрийская, потому что? Может, ты... Говорит, сейчас я рассекречу все, говорит. Мотанный пробег или нет? Он еще
Не, ну если профики мотали и не разбирали щиток приборов, то это сложно, конечно, сделать. Это надо вычитать сейчас моточасы с аэрбэка и пойти ко мне в офис, забить программу моточасов. И согласно моточасам, мы порядка где-то с 5000 машин, на которых мы мотали пробеги, написали калькулятор, что ты забиваешь моточасы, и тебе выдает пробег. Ну что-то видно там или нет? Подожди, не могу найти скорость. Кушать хочешь? Да, я, у него была тренировка. Я тоже не ел с самого утра. Он хочет жить. Так ты, у тебя запас какой, что ты сравнишь? А он худой, как велосипед Орленок. С самого утра не ел. Егор. Что? Не-не, он лежа. Ну не вы, пока телефон не выпускает, из рук можно не кормить. Ты хоть узнаешь кнопки эти или нет? Да. Мне надо хотя бы раз в год приезжать, чтобы ты прибор доставал из этого, из чехла. Да. Так, это целый модуль. Ну, сложная тут машина или нет? Инструмент классер, кабин, компартамент. Инструмент классер – это щиток приборов. А кабин компартамент – это ошибка не удаляется. Ну да, она есть всегда. Щитки мы? Да. Тут только мы можем и дверями. На щиток ругалась, кстати. Тут же все электроникой что управляется. Это же не УАЗ, это серьезная машина. Да, я же вижу. Страшная. Одинаково. Все по заводу. Резина, все по заводу. Вранглер и УАЗ. Да, и УАЗ. И что? Но УАЗ же на вояках. Я же тебе говорю сравнение. Мы едем на охоту. Ну. Я ж модный, у меня Вранглер. Даю егерю УАЗ. Он туда сажает еще 3 человека. А я в Лане... УАЗ обычный, 469. Да, да, да. А я беру собак только с собой. И жену, и Саню. Ого, вот это ты уже перегрузил, наверное. Все, УАЗ едет перед нами, делает колею в снегу. Так. И я не могу за ним ехать. Он меня тягает. Так у него, наверное, колеса больше были. Одинаковые. Так а как так? Ну вот так вот, просто чмо Вранглер. Я его поэтому и продал. Позор такой, да, не выдержал. Вообще чистый порожняк, я помню. Если, конечно, реальная история из жизни, да? Если в него всунуть там 1050 долларов, там мостов накупить, там... Блокировок. Да, тогда, может быть, он что-то и будет. А козлина конченая. Там, где УАЗик гоняет без пониженных, это чмо уже буксует, уже надо что-то делать. Одинаковую резину, дело в том, что купил и туда полностью одинаковую. Одинаковую. Странно. Ну тут за счет вояк, видишь. Причем видно. Погода была такая. Снег где-то сантиметров 60-70. Ого. И под ним лед. Растаявший снег, замерзший. Ну я понял. То есть... И это по лесу бугры, понял? Угу. УАЗик поехал. Я только чик и все, и уже буксует. Что-то не то. Да ну как не то? Тут на третьей передаче на холостом ходу. Блин, жалуются даже на динамик в дверях. На неродной, да? На двоюродной. ГТВАЙ. Вот ГТВАЙ, интересно, на что жалуются. Что это такое? ГТВАЙ – это модуль, в котором сохраняется прошивка всего автомобиля. Всего? Да, да, да. Это такой общий модуль КАНа, можно сказать. Он знает про все блоки, и все блоки знают про него. То есть некоторые блоки друг от друга не знают, но ГТВАЙ знает о всех блоках. Угу. Номер кузова он должен знать, ГТВАЙ. А ну, у меня же китайский, ты, вот, смотри, пишет, ты же расколол его. Что... Пишет история, да? Ignition, run, start, input, circuit, performance. Ну, а фотографируй, будешь переводить. У тебя есть проблемы с иммобилайзером, это я тебе сразу сказал. В общем, давай я людям расскажу, что проблема. Короче, машина заводится, работает 3-5 секунд и глохнет. И причем это непроизвольно происходит. Раз идеально, раз... Ну, короче, неделю потом ездила, вообще никаких проблем не было. Потом опять появилось. Ну, ключ есть другой, надо попробовать с другим ключом. Что у тебя, коронавирус? Нет, два. Коронавирус 2? Да. Первый прошел уже? Да. Блин, ты там нажимаешь целый дед. Так, это жалуются на то, что... Опять жалуются, короче, этот модуль сидухи. Тоже жалуются, что аудио-видео у тебя неправильно. Что усилителя нет. Магнитола снятая. Так, бэк. Ну, это можно стереть. Оно ничего не сотрется. А зачем ты родную аппаратуру убрал отсюда? Не, мы купили, уже не было. Да.
Это первый хозяин. Если кондиционер, вот такие будет... машины тут ездят красивые. Если кондиционер сейчас будет жаловаться, да, на аппаратуру, я вообще прозрею от твоего Чероки. Ты что-то грань Чероки. Если сейчас кондиционер напишет и жалуется, что нету усилителя. Да? Да. Надо вернуть родное, да? Ты вообще представляешь, кондиционер знает о том, что у тебя должен стоять. А вот ИТМ, кто такой? У меня клиент один. Ложился в больницу сейчас на операцию. Ему сделали все анализы. И всей семье сделали все анализы. И что говорят? И у жены нашли устойчивые антитела. Устойчивые? Да, она переболела, даже не знала. И не знала. Да. Ну, у меня кум болел на Новый год. Смотри, security, трансмиттер, сенсор, circuit open. Что это такое? Это, ну это security. Да. Охранный. Да. Теперь что? Трансмиттер. Трансмиттер и транспондер — это микросхема, которая, короче, переписывает коды. И это именно микросхема, чип, который в ключах. Угу. И вот смотри, сенсор, датчик трансмиттера, да. То есть вот это антенна. Антенна. Да, да, я понял. Circuit open. Ну, либо в обрыве, либо в замыкании. Скорее всего, в обрыве. Разъемчик почистить надо, снять с ним. Первое. Второе. Сирена, батарея. Батарею в сирене. В сирене? Да, там есть батарея, и ей плохо. Сигнализации? Да, вот пишет опять уже. Ни хрена себе, а как оно это видит? Ну видит, машина твоя видит. Это твоя, все, что тут пишет прибор, это он вычитывает с нее. Это машина жалуется, а не прибор там раз. Не, я понял. Смотри, теперь он уже жалуется, что вообще сирену кто-то оторвал. У тебя есть заводская сирена? Не помню. Ну так вот найди ее, там от нее что-то гнило, наверное. И... Опять же таки, мобилайзер жалуется на то, что нету усилителя. На музыку. Да, мы пока все удаляем. Вот, опа. Ну, аудио-видео понятно. Ну да. Да. А и второе. Батарея сирены. Да, я понял. То есть сирена еще есть. А тут заводская, типа, ну. Да. Мы можем ей попробовать запищать. Она работает у тебя или нет? Сейчас узнаю. Это именно сигналки сирены? Да, заводской. Вот она, да? Включи. О, ничего себе! Ну, ни хрена себе, я не знал о ней. Надо в ней батарейку поменять. Ух, какая умная, блин. Ну какой умный у тебя прибор, блин. Да, он может. Оп. Выключил. Айрбэк проверим. Чтоб не убило никого. А airbag знаешь, как что проверяет? Что? Замки открывает дверей. Больше ничего. А. Так, понятно. Тут ты понял, у тебя тут есть тоже головняк. Memory seat. О, ничего себе, у тебя сиденье с памятью. С памятью, да, вот же она, типа. Память. Да. Ну что ты жалуешься? Сейчас будет жаловаться на усилитель. Да ну что ты будешь делать? Отдай аппаратуру, ну все кричат. Одену, я купил. Прикинь, уже не было. Все кричат. Ну да, видишь, нарушились целостность системы, да, получается? Да. Ну, память сидухи, короче, наверное, имеет что? Вертикал, риар. Вертикально это? Да, ну давай сейчас нажмем. Оп. Ух ты. Глянь, подымает тебя. Стоп, хватит. Чтоб к потолку же не прижало. Да не, оно понимает. Короче, работает у тебя память. Ездит, все. Три. Оккупант. Оккупант restrained. У тебя есть блок, короче, который отвечает. Оккупант — это занятый. Это, наверное, взвешивание, ну, определение пассажира. Есть там пассажир или нету. А вот так даже? Да, а ну-ка, на что жалуется этот оккупант? Оккупант. Оккупант твой жалуется. Ignition room start, ignition. То есть, короче, жалуется, что машина не заводится как правильно. Есть, да? Да.
ICU Network Configuration Data. Не соответствует, короче, кодировкам или конфигурации. Missing High Configuration Data. Короче, он у тебя от другой машины. То есть у тебя битая машина. И у тебя... А что от другой? Блок управления, ЭКУ именно. ЭКУ. Блок управления двигателем? Не, вот это оккупанта. Короче, так оккупант просто видно этот. Левый, да, заскочил. Оккупанта. Ну, битая, подушки стреляли, поэтому оккупанта. Ну и опять же такие жалуются на аппаратуру оккупанта. Ты прикинь, короче, что такое выкинуть все. Родную аппаратуру. Везде. Скрыть невозможно. Везде жалобы. Да. Отдайте оккупанта. А ну что оккупант может делать? Мне вот даже интересно, что он может делать. Не, он ничего не может делать. Все правильно. Он может только определить вес дятла. Не вес, а комплектацию. Не, вес. Вес, да? Да. Тут двухступенчатая подушка. На, вот там? Да. И он стрельнет в зависимости от того, кто здесь сидит. Знает, да? Маленькой ступенью или большой, или если там вообще сидит кабан, то двумя сразу. То есть, да? Да, он это все понимает. Ни хрена себе, какая умная машина. Да. Хотя и давно ее сделали. Это мерседесовские технологии? Да, это да, у Мерседеса это давно. Давно? Ну не Крайслера, это Мерседеса, да? 2000-х годов. То есть 220-м уже, да, такое там, было? Там, ну, в 210-м уже. В 210-м уже был? Уже в 210-м. 210-м? Значит, присутствие пассажира, так и называется. Сейчас, Егор, подожди. Обогрев того зеркала у тебя не работает? Может. Да. Пассажирский минор. Короче, все жалуются на то зеркало. Разбери, почини, короче. Да, оно там немножко было сразу не в порядке. Да, да. Да, у тебя самодельная стекляшка, и там нету вообще подогрева. Где это там написано? Ну вот я вижу, что нету подогрева у тебя там. А. Ты сделал самодельную стекляшку. Да не, ну мы так купили. Это видно, что-то с той стороной было. Видишь, там и на оккупанта жалуются. Видно. Это лохи не смогли наклеить коврик, короче, который греет. Жесть. А ну зеркало красиво вырезано. Хорошо сделано. Пойдет, да, даже сфера есть. То есть будешь продавать, то ты с клиентом приезжай ко мне. Я продиагностирую. Чтоб скидку ему сделать, да? 100 баксов диагностика при покупке. Хорошо. Ух ты. Ну, у тебя парктроники не работают, да? Не. Ну, они не могут работать. Чего? Ну, тут все в обрывах. Вон, один сенсор. Один снятый. 6, да. То есть они не Антончик могут. Зацепил, один там еще что-то. Ну, вот, да. Да не умрет он с голода, он не знает, что такое голод и в помине. Ну тут жалуется. Говорит, на жестче, говорит, диалог можем перейти. Да. Куда еще жестче? Ты сейчас расскажешь. Возникает, короче, сейчас я тебе скажу. Диссонанс. Жалуется на батарейку. Ну я поменял только что. Поменял, да. Вот он запомнил, что ты ее поменял. И все, и больше не жалуется. Значит так, по твоей проблеме запуска, замок, где у тебя стоит, антенну аккуратно снять, разъемчики, позамывать, почистить, посмотреть, подсоединить. Ну ключ взять другой попробовать, да? Не, потом на старом, у тебя нету ни одного датчика, да, в колесах? Нету ни одного, да. Колеса обменены. Да, да, да. Глянь, все видит. Тоже кричит. Короче, рекомендации могу уже вам давать. Все, главное, все поменять. Не, не все. Главное, коробка. Молодец. Ты очень продвинутая для женщины. Смотри. Это в первую очередь. И я тебя прошу, если становится машина в аварии, ну не надо на ней ездить. Руслан, надо вчера она стала в аварии. Да, она от перегрева становится в аварию. И вы ездите на третьей скорости, она постоянно проскальзывает на низком ходу. То есть вы убиваете. Не, так в аварию заглушил, завел, она без аварии уже. Правильно.
Но ты же пока заглушил, завел, ты же едешь? Я сразу вижу, чего я еду. Правильно, ты едешь, ты останавливаешься до этого момента? Или ты прямо чик, мизер, как робот стал? Сразу, да. Да, конечно. Короче, срочно. Звони Максу, пусть заказывает эту хрень. Как она называется? Термостат. Она так и называется, термостат. Он хочет уложить, он свои машины все уложил, осталась моя, он хочет уложить мои. Не-не, у вас как огурчик, колесо только спускает. Залупас тоже как новый. Сейчас, сынок. Там падает от голода ребенок. Опа. Все, починил? Нет. Так, в общем, друзья, были мы у этого суперэлектрика. Это очень серьезный человек. Знаю его практически 20 лет. Блин, время летит. Вроде только познакомились недавно. Была у меня BMW 3-4. Даже не помню, где мы познакомились. Ну, где-то как-то. Где-то познакомились. Что-то он нам чинил, что-то помогал. В общем, давно это было. Где-то в 2000-м, наверное, 2001-м BMW купили. В 2001-м, наверное. И Андрюха такой по серьезным машинам, по серьезным работам все любит, чтобы было четко в плане электрики и не только. Дилерские приборы. Сколько он сказал? 46 или сколько? В общем, там раньше говорил он. На видео слышно. Ну что, работает. Поудалял ошибки. Говорит, приедешь через 3-4 дня. И посмотрим, что проявилось, что это. Ну, то, что иммобилайзер, он даже сказал, не подключая прибор. Говорит, ключ отвязался. Ну, он привязывает ключи. То есть, у кого такое сложное что-то по машине, можно обращаться будет. В общем, всем пока. До встречи. Подписывайся. Здесь такой УАЗик у него. В работе интересный. Ну, там свой у него еще есть. Тоже полная капиталка. На подъемнике кузов висит. Там музыка валала. Я не... Ох, елки, что у нас тут творится? Пятница. Старший говорит, на той неделе говорил, Киев 8 или 12 в мире по пробкам был. А только что вез его в бассейн. Он говорит, Киев 2 сегодня в мире после Осло по пробкам. Ну, так... Какая-то там программа считает, видно, со спутника. В общем, всем пока, до встречи.